Патрик, мои хозяева обеспокоены уменьшением количества поставок продукции. Они считают, что ты нарушаешь условия контракта. Пусть твои хозяева меньше заглядывают к тебе в дупло, а больше следят за рынком. Ситуация в море нестабильная. Кто-то начал бросать сети на мою территорию. И почему-то мне кажется, ты знаешь, в чем проблема. Патрик, я всего лишь бегунок. Не загружай мне щеки ненужной информации. Я твои щеки сейчас икрой своей наполню, если не перестанешь идиотов включать. Я слышу по голосу, что ты торчишь. Недешевое удовольствие это. Откуда деньги? Не твоего рапана дело. Ты уверена, что тебе стоит говорить со мной в подобной манере? Знаешь, у меня часто бегунки пропадают без вести. Ладно, я поняла. Прости, чего хочешь? Мне нужна информация. Откуда у тебя кэш? Советую не врать, ибо у тебя один шанс. Дубу желуди почесала, он мне капусту отвалил. Дешевка. Надо самому разобраться в ситуации. А, Патрик, какими судьбами? Сэнди больше не с нами. Надо замести следы. Я надеюсь, ты убедился в ее вшивости, а не просто погорячился. Твое дело зачищать следы, мочалка! Делай свое дело и не пизди лишнего! Я ясно изъясняюсь. Да уж, сильно поменялись времена. Патрик, жрущий из мусорки с интеллектом ниже, чем у камня, стал торговать рыбой. Мне кажется, ты зажрался, дружок, коль забыл, с кем ты ползал. Я могу тебе напомнить, как ползать, перебив тебе ноги, Боб. Этого хочешь? Ясно. Прежнего тебя уже нет. Хорошо, я все уберу. Ступай. Боб, ты ж понимаешь, что я не со зла. Конечно, Патрик, конечно. Увидимся. Да нет уж, увидеться нам больше не придется, друг. Патрик, зачем ты здесь? Мы вроде передали нашу обеспокоенность через Сэнди. Кель, я думал, у нас нет проблем с бизнесом. В чем дело? В чем дело? В чем, сука, дело? Ты просрочил поставки. Люди слезают с суши и больше не ходят в наши рестораны, блядь. Из-за твоего косяка мы теряем клиентов, нахуй. Ты это понимаешь? У нас возникли территориальные проблемы с конкурентами, потому поставки сократились. Меня не интересуют твои отговорки. Или ты устраняешь проблему, или ты сам станешь для нас проблемой. Ты меня понимаешь? Да, Кель, я все исправлю в ближайшем времени. Чудно. Я надеюсь, к этому разговору мы больше не вернемся. А теперь пошел вон отсюда и не возвращайся, пока всего не исправишь. Мразь подводная. Сегодня какой-то рекордный улов. Зуб даю за такую партию, но премии повыписываю. Эх, наконец куплю своим детишкам чего-то вкусненького. У меня жена халву как раз сделала. Могу продать по дешевке. То, что у твоей жены халва дешевая, я и так знаю. А сейчас не понял. Молчать, свинопасы! Даю вам один шанс на ответ! Чьи это корабли? Свинопасы, ты себя в зеркало видел, жилишка? Ебать! Мне не до шуток, блять! Говори, кто владелец! Мужик, да я понятия не имею! Пиздишь! Сука, да мамой клянусь! Куда везут этот груз? В Кельталас. Ящики пломбированы. Можете посмотреть. Сквиндастрис, то-то я думаю, чего этот конкурент так ко мне прилип. Теперь-то все понятно. Мужик, я помог тебе. Может, ты отпустишь меня? Я бы рад, да вот только есть нюанс. Ты свидетель. Постой. Пора навестить старых друзей. Ты ручаешься за эту информацию? Готов отвечать за свои слова по полной строгости. Ты хорошо зарекомендовал себя в бикини. Так и быть, я тебе поверю. Идти против Патрика мне изначально не стоило, но, видимо, обратного пути уже нет. Сука, говорил этим дебилам в меру ловить. Они, блядь, впечатлить меня хотели.
Так, это явно он. Открывай, Боб. Я подстрахую. Это твои рыбаки? Да, они самые. Тут записка. Ты решил перейти мне дорогу, Сквиди? Я надеюсь, ты хорошо подумал о последствиях. Знаешь, я, может, и не стал бы мешать тебе и твоему бизнесу, если бы мы просто сели за стол и обсудили мой процент. Но ты решил меня наебать. Я не прощаю ошибок, Сквиди. Ты стал угрозой, а я устраняю угрозы. Блять, Боб. Он заминировал тела. Серьезно. Нет, бежать нет смысла. Надо дать ему бой. Я отомщу за тебя, друг. Я тебе это обещаю. Говоришь, устранил конкурента. То-то, и я думаю, что мой второй поставщик пропал. Вы знали, что он рыбачит в моих водах, но все равно делали вид, будто не понимаете причины уменьшения поставок. Дебилоид, мне плевать на ваши терки. Все, что меня действительно интересует, это товар. Ты даешь товар, я даю деньги. Понял. Конечно, принц, вы тут главный. Вот, партия от Сквиндастрис. Теперь она подо мной. За краденный товар дам половину. Справедливо. Конечно. Кто я такой, чтобы спорить? Я рад, что мы нашли с тобой общий язык, дегенерат. А теперь вали и не воняй тут. Ваша воля — закон. Какой же он бестолковый. Думает, что я не понимаю, что в ящиках взрывчатка. Охрана, верните его сюда. Пусть сам откроет. Что? Какого хуя? Принц, быстро в покое! Я устал быть тупым, знаешь ли. Я многому научился за время ведения своего бизнеса. И что я точно запомнил, так это то, что нельзя прогибаться. Ты сдохнешь. Мразь. Непременно, мой друг. Непременно. Но сначала надо закончить кое-какие дела. Стой, ублюдок. Куда ты? Давай разберемся один на один. Ну же, тащи свою жирную жопу сюда. Так ты выжил. Забавно. Видимо, мой поролоновый друг теперь в лучшем мире. Мы сведем счеты, Сквиди. Но после того, как я окончательно покончу с теми, из-за кого мы попали в эту срань. Это не очистит тебя от твоих грехов. Мне насрать на грехи. Я делаю лишь то, что считаю нужным. Увидимся в Кельталасе. Не уйдешь, ублюдок. Отец, разрушь его флот. Чё? Твою мать, за ним!